Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем проводить тест ГК-вертов. Для тестов нам потребуется компрессор. Наш компрессор имеет производительность 740 литров в минуту и ресивер 500 литров. Давление выдает 10 атмосфер. Таким образом, мы соблюдаем все требования производителей ГК-вертов по давлению и объему подаваемого воздуха. Еще хотел бы упомянуть о пневмолинии, а точнее о пневмошлангах, которые соединяют компрессор с ГК-вертом. Для теста мы будем использовать два вида шланга – 8 мм и 12 мм. А теперь я хотел бы рассказать вам об оборудовании, на котором мы будем проводить тест наших пневмо-ГК-вертов. Это гидродинаметрический стенд, шкала которого проградуирована килограммов на сантиметр квадратный, что является единицами давления. Поэтому все показания будут фиксироваться по шкале тестера в килограмм на сантиметр квадратный и переводиться в ньютоны метра. Вот эта камера, которая сбоку от меня, будет фиксировать показания динаметрического стенда. Тест ГК-вертов начнем с маломощных ГК-вертов на 1/2, потом более мощные ГК-верты на 1/2, потом композитные ГК-верты на 1/2, далее ГК-верты 3/4, и закончим тест ГК-вертами 3/4 композитными. Для удобства работы я надену наушники.